И это еще не все. Мы любим дарить подарки. Несколько дней назад в Костанай, это север Казахстана, отправилась просто мега потрясающая электронная читалка Pocketbook. Мы поздравляем победительницу. Я сама владелец ридера и очень этим довольна. Передачи желаю, чтобы у них было побольше новых сюжетов и интересных, и чтобы было побольше новых конкурсов, чтобы мы могли еще что-нибудь выиграть. Буду очень рада.